Ага, едем в Walmart, но в наш, который поближе к нам, не такой центральный. А Дэниел всю дорогу про политику, конечно. Никак он с масками не смирится. Только один вход. Раньше здесь мы входили, все закрыто. Возмущается, говорит, коммунистка, не даешь мне американский флаг. Я говорю, не очень удачное время с флагами размахивать. Where? Store. Empty. Oh, look at this, got a spot right up front. The ilk. Нашел. Oop. I don't make them tight when I'm working. Идем в аптеку. О, jackets. А, я думала, теплый. Аптеку, Дэниел, я пошла выбирать себе аллергические таблетки. Конечно, я люблю, чтобы он брал в этом Zyrtex Sam's Club. Очень дорогой он. Иногда беру обычные. Zyrtex 24 часа. Сколько штук? Итак, 30 таблеток $18, а 90 таблеток почти $40. Надо прикинуть. Одни пока 30. Не говори, но за $40 90 выгоднее брать. Понимаете? Дороговато, но что делать? Аллергия, она такая на всю жизнь. Данилки сейчас leg cramps. Это что? У него ночью сводило мышцы. I'm here. Relax, calm, food cramps. Инсулин. Two insulin. Yeah. One insulin. Why you buy one? Because in case it goes bad, you get one at a time. At least дают. Daniel, I find here leg cramps. Okay, I get it. Ну, check first. You want try? Sure, why not? Вот он взял бутылочку инсулина самого дешевого и упаковку уколов. 37. They're the people I yelled at. Then голуби first. Sometimes. Probiotics. Забыла. 50 мне говорили. Эти слабые. Айдаркан. Я раньше пила. Ай, не знаю. Забыла сколько. Фу. 10. Танюшка мне что-то писала, на, посмотри. Уже лучше. Мне кто-то сказал 50. Танюшка мне посоветовала квашеную капусту есть, говорит, самый лучший пробиотик. Я вот нашла 80. Где у меня Данилка? Алоэ вера с разными добавками. Сколько набрали мы для лекарств. Еще кое-что ищем. Ну, что он торопится? Мне надо много чего было купить. Razor. Вот менту геморрой. Ой, ой, ой. Ой, обезьянку, уточку, все, купил. What? You happy? See the mask? Yeah. See where it collapses like that? Uh-huh. It's time to throw away. What means start the... It's clogged. А, уже, говорит, надо менять, а я ж не меняю. Все экономлю. А, объяснил мне. Патроны. What you looking here? Вот патроны вот свободно продаются. Будут смотреть, какие им надо. Вот. А, пистолетов нет. Купил патроны так какие-то. Прям бегом прибежал. Как ненормальный.
Я думаю, куда он бежит? Видели? Куда? Баба Ёшка. Котики. Daniel, no place to for this. Yeah, there is. See, it sits right there. In the house, no place. Got it. Он же разницу видит между ними, я-то не вижу. Yeah, I got it. Футболки. Size, look in size. Small, Daniel, small size. Yeah, I'm not looking at that. I'm looking at the material and the type. There's no pocket. Oh. Means somewhere different place we have to look in. Забрала у него паука, обратно говорю, положи, так он осердился. О, спортивные штанишки, вы посмотрите. $13. О, нашел. This one? Have pockets? No. Oh, you like pockets? Yep. Ему нужно карманчики на груди. What about orange? $5. У него все такие уже в пятнах. Без кармана? Without pockets? I'll wear. 2X. Tiny material. Nice one. Mm-hmm. Тоненькие. Осердился, как ребенок. Выбирает. 2X. You find 2X? Namari, America to the front, please. Namari, America. Okay. To the front, please. Good job. Осердился. Очередь огромная. Видите, отсюда начинается и туда, в кассы. Суббота, видите, народу много. И мы, конечно, запарились. Даниил, в 12 часов ночи можно все это купить без очереди. Тетенька подходила, проверяла у него драйвер-лайсенс. Потому что он купил вот это, ей поступил сигнал проверить драйвер-лайсенс. Патроны. Все. You good? Yeah, we're good. Okay. $168. Патрончики, видите? For my car pack. Uh-huh. Довольно. Use or wash your hand. Вредина, говядина. Сочи, we have toys for you. Сочи! Пошел с патронами. Сочи! Игрушки приехали! Надо уборку делать дома. Иди скорее, иди скорее. Мы что-то принесли тебе. This is from mommy. Take it. You want? She first want to check. It's half. Take it. The half, Сочи. Посмотрите на нее, да, она даже игрушки не хочет. You're not getting the other one, then? Данилка маску купил.
Утку взяла. Вот чудо-юдо. I told you, she don't like that. The from Canada, we have like that, and she don't play much. Upside down. Then turn your camera on. No, upside down. So? Mask. Is good? You can breathe in it better than that. Забраковал мои маски. What say? United, we stand. Yeah. What it means? Together we're strong, divided we're weak. Even though my wife wouldn't let me put an American flag in my house. Не дала ему флаг. Все. Начинаем пользоваться приобретенными препаратами. Меня говорит, иди, променял лайт. Did not turn on? You turn on? Oh, did you turn on? Be careful, Sochi. I see her. Она уже прискакала. No, don't work. Key work here not. No. You buy wrong bulbs? No. Забыли мы, у нас сенсор есть, может, у них. Дождемся, говорит, вечера. Только я пошла отдыхать, тут Сочуля прибежала с игрушкой, Данилка выбрала от новой футболки. Меня веселит. Видит, что самочувствие не очень. Good job! Look at our dog, black. Actually, you need the dark shorts. I need what? Dark. No, it wants to be bright so people can see you. What do you think I wear yellow and bright orange for? Because I'm a dork? No, for safety. Чтобы видели его, говорит. Покупают такого цвета. Это рабочая униформа, которая определяет, что человек работает. А? What you say? Modeling the new pumpkin virgin. Новая версия pumpkin. Вот что, видали с Данилкой-то? Налетел на угол. Keep it clean. You have always spotty, look like little child. You have big breast, yeah? А Сочулька-то радуется, что мы оба дома. Ой. То есть я сняла, он опять одел этот треугольничек. Платочек ей на шею. А я ведь опять в кровати. What are you all excited about, huh? Что-то все равно я не домогаю. Как бы я не хорохорилась. Веселят меня. What's tomorrow, mommy? Why are you in bed? What you order? Subs. Subs. Look at, we got a brown dog. We got a brown dog. Yes, we do. But she's got a white belly. You go sleep, bye-bye. Night, bye-bye. Bye-bye. We bought the ammo for it. Это для этого, говорит, мы патроны взяли. Окей? Окей. Все показал мне. Вооруженный, очень опасен. Now we have plenty. Plenty? Окей. Достаточно. Да. Для пистолета ему побольше надо. Ну что, в связи с тем, что мы болеем, вот, доставочка диетическая. What is it? You already ate your food. Yeah, ты, говорит, уже ела свою еду. Я суп ела с луком. You ate your healthy stuff. Yes, I want to only look at it. Okay.
Открываем. Вот и зет. Маленькие он заказал, как вроде... А, да курица меня не интересует. Окей, okay, no interesting. В этом соусе. Вот это я люблю. That's Philly cheesesteak. How call? Philly cheese. Philly cheese, горяченькая. This is the Italian. О, прям горячая очень. Don't open all. Ой, don't open like that. With pastrami, pepperoni. So good. And this is the pizza. Ну, в связи с... You have to seal them for... В связи с выходным. Вот так. Данилка довольный. But you already ate, so... Yeah. Ты, говорит, уже ела. Так что, говорит, сваливай.